Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым випуску. Сёння адзначаецца Дзень абаронцаў айчыны і ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь. Ля памятных месцаў і мемарыялаў прайшлі ўрачыстыя мітынгі. Вынікі знешнеэканамічнай дзейнасці рэгіёна і задачы на гэты год разглядалі на пасяджэнні гомельскага аблвыканкама. Сёння свой юбілей адзначае карыфей гомельскай журналістыкі, ганаровы член Саюза пісьменнікаў Беларусі, паэт Міхась Болсун. І больш падрабязна аб гэтым і не толькі. Сёння на Гомельшчыне адбыліся святочныя мерапрыемствы, прымеркаваныя да Дня абаронцаў айчыны і ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь. Ва ўсіх раёнах вобласці ля памятных месцаў прайшлі ўрачыстыя мітынгі. Віншаванне ветэранаў, ускладанне кветак да помнікаў і мемарыялаў, канцэрты. Пра тое, чым запомніўся гэты дзень у горадзе над Сожам, рэпартаж Веранікі Варашылінай. Найбольш маштабнае ўрачыстае мерапрыемства, прысвечанае Дню абаронцаў айчыны і ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь, у Гомелі разгарнулася на плошчы працы каля мемарыяла «Вечны агонь». Аддаць даніну памяці салдатам, якія з годнасцю выканалі свой воінскі і грамадзянскі абавязак, але, на жаль, не дажылі да вялікай перамогі, сабралася вялікая колькасць людзей розных пакаленняў. Для брацкай магілы савецкіх воінаў і падпольшчыкаў, кіраўніцтва вобласці і горада, ветэраны вялікай айчыннай вайны і ўзброеных сіл, прадстаўнікі вайсковых падраздзяленняў, працоўных калектываў і грамадскіх арганізацый, а таксама моладзь. У кожнага з тых, хто прыйшоў сюды, свае думкі, аднак адзіная мэта – захаваць памяць слаўнага подзвігу. Хацелось бы паздравіць всіх ветэранаў з праздніком 23 февраля, Днём защитнікаў Отечества, также весь Гомель, Гомельскую область, где мне выпала честь служыць, пожелаць всем счастья, благополучия, чтобы их мечты сбывались, поблагодарить еще раз ветеранов за их яркий пример, за мужество, проявленное все время, и непосредственно еще раз за тот пример, которым мы, нынешние защитники Отечества, пользуемся и вдохновляемся своей службой. 23 лютага – святочная дата, якая сімвалізуе баявыя традыцыі пакалення, гонар і ўдзячнасць усім, хто змагаўся за незалежнасць і свабоду. Гэта даніна павагі і тым, хто сёння дэманструе сваю адданасць і вернасць айчыне і ваеннай прысязі, забяспечвае тэрытарыяльную цэласнасць і бяспеку нашай краіны. Удзельнікі мітынгу узгадалі старонкі ваеннай гісторыі і ўсклалі вянкі і кветкі да мемарыяла «Вечны агонь». Нынешнее пакаленне военнослужащих свята хранит те традиции, богатые традиции советской армии, беларускай армію, уже сложившись свои традиции. Працягнуліся ўрачыстыя мерапрыемствы ў гомельскім абласным драматычным тэатры. Для гасцей гомельскія артысты ладзілі яскравыя творчыя нумары. Праз іх яны дэманстравалі свой асабістае дзякуй усім героям, які ў свой час адстаялі нам мірнае неба над галавой. Гэта дзякуй адрасаваны і тым, хто зараз працягвае абараняць незалежнасць нашай роднай Беларусі. Вераніка Варашыліна, Максім Славін, тэлерадыёкампанія «Гомель». Працягваем выпуск. Начальнік галоўнага ўпраўлення па работе са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Рыгор Шлык правёў сёння ў Гомелі прыём грамадзян. Сустрэцца з ім пажадалі каля 70 жыхароў вобласці. З якімі пытаннямі звярталіся людзі, ведаюць нашы карэспандэнты. Такая колькасць звярнувшыхся тлумачыцца перш за ўсё тым фактам, што тэматыку прыёму некім адным накірункам вырашылі не абмяжоўваць. Першая ж грамадзянка Вера Наздрын-Платніцкая агучвае адразу каля дзясятка праблем. Ад неэфектыўнасці выкарыстання чэкаў маёмасць, высокага кошту імпартных лекаў і нізкі зарплат медыкаў, да работы жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Па словы жанчыны, жыроўкі прыходзяць позна, а таму часу аплаціць іх своечасова практычна не застаецца. Тамара Фіськова на прыём прыйшла разам з пляменнікам. У 2015 годзе хлопец даглядаў за цяжкахворым. У кастрычніку мінулага года закончыў курсы повараў, але працаўладкавацца не змог. З улікам цяжкага фінансавага становішча рашэнне адназначнае. Необходна дапамагчы. Я прыйшла для трудаўстройства свайго пляменніка, чтобы памаглі трудаўстроіць его, майго пляменніка. И чтобы освободили от налога этого за тунеядство. Все решили за одну минуту. Я очень довольна и очень большое им спасибо. Дарэчы, некаторыя гамельчане, якія спачатку планавалі прыйсці на прыём па пытаннях уплаты збору на фінансаванне дзяржаўных расходаў, звярнуліся ў створаную пры гарвыканкаме рабочую групу і атрымалі станоўчыя адказы. Калі своечасова звярнуцца за дапамогаю адпаведнай інстанцыі, значную частку праблем можна вырашыць і без прыцягнення рэспубліканскіх органаў. На сегодняшний день стоит на учете в качестве безработных, то есть люди, которые обратились как раз таки по вопросам оказания содействия в трудоустройстве, около 7 тысяч.
Вот. Поэтому этим людям, естественно, в рамках действующего законодательства, в рамках имеющихся возможностей, используя активные меры содействия занятости, и оказывается помощь. Значная частка питання, з якими прийшли на прийом гамільчані, тишилася земельних сперечок. А про ще того, ніхто не згодний зі звольненням, ніхто жадає поліпшить жильові умови. Частка питання вирішається на місці, остатні беруться на контроль. Начальник головного управління по роботі зі зворотами громадян і юридичних особ адміністрації президента Республіки Білорусь Ригор Шлик означає, моніторинг ситуації на місцях буде протягуватися і в дальшому. Виїхати і посмотреть, зустрітися з людьми, вислухати їх проблеми, ізучити, попитатися їх вирішити. Це ще раз показує, что власть у нас для народа, ради народа. И мы и в дальнейшем, еще раз подчеркиваю, будем это практиковать. Сегодня, как я сказал, главная цель – это изучение той ситуации, которая есть на местах. Олеся Сенцюрова, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Як чакаецца, доходы бюджету Гомельской области и всех районов у гэтым годзе досягнуць 2 миллиардов 336 миллионов рублей. И больше як 517 миллионов, и ці амаль чвэрць гэтай сумы, складуць падаходныя падаткі с фізічных асоб. Фінансаванне дзяржаўных расходаў – тэма нашага наступнага матэрыялу. Алекс Сенцюров пацікавіўся, на якія мэты будуць накіраваныя сабраныя сродкі. Як і у папярэднія гады, бюджэт Гомельскай вобласці сёлета сацыяльна арыентаваны. Каля 70% расходаў накіроўваецца на ахову навакольнага асяроддзя, аказанне медыцынскіх і адукацыйных паслуг, дапамогу сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей, развіццё культуры і спорту. Пэўная датацыя атрымае і Гомельская абласная клінічная бальніца, галоўная медыцынская установа рэгіёна. Штогод тут праводзіцца больш як 17 тысяч аперацый. Каля 40 тысяч пацыентаў праходзяць курс лячэння ў стацыянары, яшчэ да 30 тысяч амбулаторна. Тое, што для саміх жыхароў Беларусі лічыцца без платным, для бюджету вельмі значныя сродкі. Дарэчы, збор на фінансаванне дзяржаўных расходаў у памеры 360 рублёў, які прадугледжаны дэкрэтам номер 3. Гэта кошт усяго толькі 5-дзённага знаходжання ў звычайнай палаце. В январе месяце текущего года средняя стоимость одного дня пребывания пациента в стационаре в нашей больнице составляла 76 рублей. При средней длительности пребывания пациента в стационаре 10 дней в этом месяце стоимость лечения пациента составила 760 рублей. Надо сказать, что, допустим, один день пребывания пациента в отделении интенсивной терапии и реанимации стоит 510 рублей. А такие рутинные, обычные операции, часто выполняемые, как удаление желчного пузыря, грыжа, сечение, стоят больше 50 рублей. Один из самых значных артикулов расходов – финансирование системы эдукации. Сегодня на эту сферу плануется выдаткнуть больше 28% консолидованного бюджета. Самая первая школа при торфозаводе в Гомельском районе была открыта 85 годов тому. Сучасный будинок сдаден в эксплуатацию в 2006-м. Зараз тут учится больше 350 детей. Непосредственно с этого поселка, а так само 4 інших вёсок. Покуль занятки у школе проходят у одну змену, але с наступного навучального года у торфозаводской школе плануют перейти на двухзменный режим. Такие планы тлумачатся ростом колькости детей у поселку. При этом, не глядя на относную близкость Гомеля, никто из батьков переводить детей у городские установки на меру не выказывая. Кажут, что задовольняя усе от якости навучания до харчавания. При том, что стравы у школе бесплатные и оплачиваются с бюджетом. Сярод інших артикулов бюджетных расходов затраты на коммуналку, зарплату наставникам, подвоз навученцев на школьном автобусе и оздоровление. Правда, у старших классах навученцы отдают перевагу заняткам, а не поездкам у санаторий. У администрации установы означают, что сучасные выпускники, ориентованные на тримание конкретных профессий с наступным обовязковым працевладкованием, быть запотребованным и досягнуть уже те пэўных вышынь, сёння гэта прэстыжна. Старшеклассники, они уже практически, как я уже вот знаю, они уже выбрали свой путь, они выбрали себе уже дорогу, куда они будут поступать, и целенаправленно к этому готовятся. Это кому, конечно, этому способствовала сегодня работа и классных руководителей, и работа сегодня в коллективах всего учреждения образования. Зразумела, податки люди платяць без асаблівай радасці. Разам з тым, сабраныя сродкі накіроўваюцца на фінансаванне тых мерапрыемстваў, якія рэалізуюцца ў інтарэсах саміх людзей. Значна больш танна і выгадна мець дзяржаўныя школы, бальніцы і дарогі і адчуваць сябе пры гэтым сацыяльна абароненым. Алекс Сенцюров, Валерий Гапанько, телерадыёкампанія «Гомель».
Амаль 108% замест 105. Гомельская область по выниках минулого года перевыконала один из главных прогнозных показчиков социально-экономичного развития – экспорт товаров. Как працевали предприемства у экономично складанных летошних умовах, обмерковали на сегодняшнем посяджении облвыконкама. Репортаж Марины Джалой. У минулом годе экспортные поставки мясо-молочной продукции на российский рынок были обмежеваны. Как известно, в последний час такая проблема возникает не упершиню. Отставание по внешнему гандлю у этой галине было нивелировано поспяховой работой приватных организаций. Темп экспортного роста тут склав 120%. Что тычется промысловых гигантов региона, белорусского металлургичного завода и Беларуснафты, то их внешнеэкономичная деятельность была меньше продукционной, чем год тому. А вот Гомсельмаш, наоборот, здолел нарастить поставки за мяжу амаль на 40%. Меньше удалось спрацевали по экспорте послуг. Здесь у нас три есть предприятия крупные, которые занимают 40% экспорте услуг. Они сработали с очень низким темпом. Это Западтранснефтепродукт, который занимается перегонкой нефтепродуктов из Российской Федерации. Это наша известная компания «Дельта», которая, к сожалению, снизила свои услуги в Российской Федерации. Это «Риэлпорт», который снизил транспортные услуги. До речи, 2017-й начался неадренно. Рост экспорту склав амаль 125%. Главное не сбавить темпы на протягу года. И тут важно проявить не только экономичную предбачливость. Треба освоивать новые инструменты для наращивания объема продажу продукции, которые применяются у сусветной экономики. Например, франчайзинг. Это когда мы продаем товары разом с брендом. Это реклама и стабильный финансовый поток от использования наших логотипов за межами страны. А кроме того, необходимо иметь на увазе шматвекторность экономики. Коли нельга отримать добрую отдачу по одним накерунку, треба больше глубоко распрацовывать иншие экономичные пласты. Например, у сферы туристичных послуг. Деловой туризм, медицинский туризм – это все те составляющие, которые помогут нарастить экспорт услуг наших организаций, работающих в этой сфере, и привлечь зарубежных партнеров. Финансовая опора экономики сприяли инвестиционный климат региона. Зараз на территории свободной экономичной зоны Гомель-Ратон 78 предприемств. Доведенные задания по росте экспорту и инвестиций летость тут были огульными намаганиями перевыкананы. Как известно, с початку года резиденты СЭС позбавились шерогу льгот. Але держава пропонует альтернативные способы поддержки. Некоторые льготы наши резиденты потеряли, те, которые были зарегистрированы до 1 января 2012 года. Ну, с целью компенсации этих потерь правительством разработаны меры поддержки предприятий. Дополнительные льготы предоставлены. Это и на земельные участки, и по налогу на прибыль. И по НДС. Зараз до 70% товаров, которые вырабатываются в нашем регионе, идет на экспорт. Открыть новые рынки, позбегши забороны на продаж продукции в Российскую Федерацию и быть на крок напереди конкурента – серьезные задачи, которые экономический сектор покуль вырашает поспяхово. Марина Джалая, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня свой юбилей отзначает корифей гомельской журналистики, уладальник шерогу литературных премий и гоноровый член Союза письменников Беларуси, поэт Михась Болсун. Михаилу Михайловичу исполнилось 75 годов. Больше как 30 годи своего життя он отдал журналистице. Працевал у районках, шмат годов присвятил гомельскому областному радио. При этом верши поэт долго писал у стол. Сегодня мая несколько выдаденных сборников. Заявляется лауреатом литературных премий и конкурсов. Узнагароджаны знаком за великий уклад у белорусскую литературу. Радима письменника Чачерщина признала его гоноровым жихаром района. Коллеги по праце и сябры кажут про Михаила Михайловича як про щирого, ветливого и працавитого человека. Неглядячи на узрост, он ведет активный лад життя, працуя як журналист, письменник и публицист. Часто проводит творчие вечеры и встречи со школьниками. У 75 годов Михась Болсун заховал юнацкий запал души и романтичный погляд на речаисность. Поверьте, что, кажется, вот на пенсии сумно. Это все залежит от человека. У меня наоборот. Мне не хапая часу. Проводжу литературные встречи и с учнями в школах, со студентами, в библиотеках не только города Гомеля, але и
у сельских, сельской мясцовости. Все в совокупности, вот это мне и дозволяет быть в тонусе. И вовсе я имкнусь, ну, ладить с усими людьми. Коллектив телерадиокомпании «Гомель» так само віншує юбіляра и жадає ему мощного здоровья и творчих успехов. На этой приятной новине я с вами розвітуюся. До встречи у эфира.